Так, в итоге, ребятки, анализ показал, что причина не спускания кузова – вот этот бракованный шланг. Я его замотал изолентой 4 слоя. Сейчас попробуем. Ну, короче, отсюда воздух пропускал, вот отсюда. Я думал, где-то электромагнитный клапан барахлит. Нет, оказывается, оттуда все питание идет, воздух идет, и воздух вот здесь пропускает. Так. Сейчас пробуем. Все, воздух накачал. Нажимаем. Сейчас. Изолента выдержит или нет? Ага. Он ему еще отсюда пропускал. Вот тут слабое место немножко. Ну, два раза привести песок и навоз, я думаю, хватит. Потом этот шланг надо поменять на вот такой, на пневматический шланг как-нибудь. Ну, все, вот. Кайф, да? Вот так вот. Вот приехал грузиться. Сейчас от Амкадор грузит большого китайца. Потом будет грузить маленького китайца. Баф Феникс. Вот так вот. Я обычно гружу вот сколько он. Полная лопата берет. Что-то не Амкадор. Солк называется, на марк погрузчик. Я обычно гружу полные две лопаты. Ну, у меня борта-то нарощены. Не хухры-мухры. Вот. А этот китаец, как там, Шашман? Ух ты. В этом году, как, наверное же, как и в прошлом году, один ковш. Не знаю, сколько. Наверное, 1000, может, 1500 уже. В основном берут за доставку много. Сам-то песок в карьере, там, если копают, он сколько, куб, там, 60 рублей, куб 80 рублей. Но года... 3 назад точно куб там 60 рублей стоил, когда в квартире. Просто сам ценник растет из-за доставки. На чем доставлять? Сами там знаете, бензин и так далее, и так далее. Этот песок. Половину, не половину, это сколько-то литров, 5-литровку, 10-литровое ведро наберу и буду сушить для пескоструя. А так в основном этот песок я буду использовать чисто для поднятия участка, там сорняки закапывать, старую малину. Ладно, сейчас, наверное, меня будут грузить. Специально остановился посмотреть. Вот столько кубов песка. Два ковша, столько кубов песка. Конечно, я проморгал вот это. Колеса-то не накачал. Целую зиму машина стояла, колеса-то не накачал. Сейчас либо
вызвать человека, чтобы привез шланг с насосом. Компрессор-то есть, вот надо подцепить. Либо помедленнее ехать, ехать медленно и чё. Ну и потом дома покачать нормально. Она уже наклонилась в эту сторону. И рессоры здесь. Капец. Рессоры согнулись. Доеду, не доеду. Ладно, посмотрим сейчас. Так вот. Доехал я кое-как домой. Подцепил шланг. Вот манометр. Но у меня не было вот этого, что этой штучки. Точнее было, но не подсоединено. Пришлось вот отрезать. Нормально сделать. Как на шиномонтажках. Трессирую. Все, подкачал. Короче, я накачал 4,5 атмосферы на каждое колесо. И перед тоже. Вот. Вот если бы этот шланг я с собой таскал бы, прям там накачал бы на месте. Не знаю, сейчас колеса все потрескавшиеся. Все. Конечно, не 2012 года. Тут написано, где, вот, тут написано вот 55 PSI, это 4 атмосферы, я накачал 4,5. Все, сейчас буду выгружать песок, так вот.